З мэтай развіцця і адраджэння дзіцячай харавой творчасці і яе папулярызацыі, а таксама духоўна-маральнага выхавання падрастаючага пакалення, у рэспубліцы ўпершыню праходзіць конкурс харавой творчасці «Спяваем разам». Прафесійнае журы ўжо выбрала прадстаўнікоў 5 абласцей для ўдзелу ў заключным этапе. Брэсцкая вобласць стала апошняй. А самі ўдзельнікі яшчэ перад выхадам на сцэну Цэнтра маладзёжнай творчасці разумелі, што для праходжання ў фінал ім неабходна будзе выкласціся на ўсе 100. Я прыйшла петь в хор в первом классе. А чем тебе это нравится? Тем, что мы куда-то всегда ездим, выступаем. Мне очень нравится петь и хочется общаться с людьми. У нас главное общение и вокальные данные еще. Да, мне нравится петь в хоре, потому что песни веселые там. А это тяжело вообще петь в хоре? Нет. Я стараюсь настроить детей, чтобы они достойно выступили, чтобы звук был благородный, чтобы это все было аккуратно, красиво, культурно. Теплыми аплодисментами сустрели глядачи творчие хоровые коллективы «Соловейка» и «Кантус» из Бреста, «Пролеска» с Пинска, «Кантелена» с города Барановичи и иншая. Профессийным журы было отзначено, что поспяховость хору шмат у чым залежить от доброй организации занятков и, вядома ж, от правильно подобранного репертуару. Я считаю, что это великое дело – возрождение хорового искусства. И я всей душой поддерживаю это движение и считаю, что оно должно продолжаться, что оно должно жить. Брестская область показывает очень хорошую выучку, хорошие хоры, наполненные, хорошее качество звука. Есть проблемы с репертуаром, но это все поправимо. И вот и мы, Национальный центр, в этом плане работаем. Я тоже выпускаю несколько уже сборников. Лепшие хоровые коллективы Брэшчыны были узнагароджаны гоноровыми грамотами, а вось кто з их представить в область на заключном этапе конкурсу «Спяваем разом», які пройдзе у столице 21-22 сакавіка, журы агучыць праз тыдзень. Мирослава Маньковская, Тыграна Капян, телерадиокомпания «Брэст».